Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Andy Streamers с артикулом 32485, это D8. Этот триммер вы можете купить на сайте zepsus.com, ссылку укажу под видео. Давайте мы его распакуем. Посмотрим, что у нас входит в комплектации. Машинка упакована вот таким образом. В комплекте у нас идет сопроводительная документация, док-станция. Насадки. В комплекте у нас идет 4 насадки. Выглядят они вот таким образом. Вот таким образом они выглядят. В комплекте вот даже на коробочке указано 1,5, 3, 6, 10 мм. Потом у нас идет зарядное устройство. И переходники под разные розетки. Они нам не нужны. Кстати, зарядное устройство вы можете подключить либо на базу и... либо, вот машиночка у нас вот таким образом выглядит, либо напрямую вы можете подключить к машинке. Вот так вот, для удобства у нас есть вот такие вещи. Давайте поговорим про машинку. Давайте наклейка. Отклеивайся, говорю. Кстати, давай одену. Вот таким образом одеваются насадочки. Очень легко, ничего такой сверхъестественного нету. Очень легко зашелкивается. Так, что у нас можно про машинку сказать? У машинки роторный мотор, литий-ионный аккумулятор, даже на коробочке вы можете видеть литий-ионный, без химической памяти. 2 часа он работает, 2,5 часа он заряжается. Вес машинки всего лишь составляет 136 грамм, 6000 частота строк в минуту, Т-образный ножевой блок. Видите, ширина ножа составляет 32 мм, высота среза составляет 0,1 мм. Ножевой блок изготовлен из твердой углеродной стали. Потом, ножевой блок вы сами, кстати, можете регулировать. Кто умеет, лезьте и регулируйте. А кто не умеет, советую не трогать ничего. Откручивайте два болта, и вот еще есть внутри точно так же два болта. Вы можете высоту регулировать. Потом, что еще можно сказать? Видите, корпус еще эргономичный. По бокам есть такие выемки для... в руке, чтобы он хорошо лежал. Вот есть у нас LED-лампочка загорается, когда вы подключаете к зарядному устройству. Не забывайте, кстати, самая большая проблема на сегодняшний день, все забывают смазывать редукторное масло. Это обязательно, потому что если звук выдает какой-то лишнюю машинку, это означает, что редукторное масло вы забываете смазывать. А также обычное масло 3-4 капельки по бокам смазали, включили его на холостом ходу, поработал, и дальше продолжайте работать. Дальше продолжайте. Кстати, подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте лайки. Если какие-то вопросы будут задавать, я вам с удовольствием отвечу. И самое главное, подписывайтесь на Instagram канал. Там очень много интересного. Розыгрыши, скидки, новинки. Всегда будьте в курсе. Кстати, я хочу выходить на прямые эфиры и отвечать на ваши вопросы в Инстаграме. Так что, всем хорошего дня, настроения, всем пока. Кстати, когда вы машинку достаете из коробки новую, не забывайте смазать, потому что они все сухие, ножевые блоки. Все.